So I see happy crew, on a plane of blue. Oh, I wanna fly with you, I wanna fly with you. Всем салют, это Хижина Музыканта, меня зовут Раиль. Сегодня я вас научу играть песню «Арслан Качели», то есть мою собственную песню, написанную в армии. Клип находится в описании, а также в подсказках. Спасибо за теплые отзывы и комментарии. Сейчас смотрим кусочек моего исполнения данной песни, а потом покажу, как ее играть. Поехали! Везде как не дома, везде как не свой. Тревожные чувства играют со мной. Сегодня в порядке, завтра снова на дно. В качелях скрипучих взлететь не дано. Сорваться с цепи, улететь за мечтой. Вернуть беззаботные дни, где кружит луна, парк далеко над землей. Счастлив я и таким сохрани. So I see happy crew on a plane. How I wanna fly with you, I wanna fly with you. Где моя любовь за облаками, где за горизонтом малый закат. Скроется солнце, вспомнятся ночи, темные очи, твой аромат. Тональность в оригинальной версии песни, то есть в студийной, которая доступна везде, фа диез минор. Но в армии я сочинил данную песню в тональности фа минор. Повысил на полтона, чтобы удобнее было петь, и мне показалось, данная тональность более красиво звучит. Покажу сначала в оригинальной тональности, а потом простые аккорды в конце данного видео. Кстати, трек доступен везде, качайте его, поддержите. Мои песни выходят не так часто, поэтому нужна ваша поддержка. Девятый лад, нижняя посадка, аккорд фа диез минор. Второй аккорд Е. Седьмой лад, средняя посадка. Третий аккорд БМ. Четвертый аккорд А. Пятый аккорд С диез минор. Те же аккорды в припеве беру вот здесь. Фа диез минор. Аккорд Е. Аккорд БМ, аккорд А, аккорд С диез минор. Начинаю песню с перебора. Все очень просто. Берем аккорд F диез М, дергаем басовую струну. Третью, вторую, третью, первую. Третью, вторую, третью. Перебор восьмерка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Аккорд Е. Аккорд БМ. Аккорд А. На А просто спускаемся. Шестая, третья, вторая, первая. Аккорд С диез М. Шестая, третья, вторая, первая. Дальше начинается первый куплет. Покажу простой вид, потому что данный перебор можно менять по-всякому, по-разному. Поехали. Дергаем на аккорде F диез минор басовую струну с тремя нижними струнами. Дернули. Синхронно, да? Потом удар вверх по нижним струнам ногтем большого пальца. И потом сделали заглушку. Просто приложили ладошку на струны. Потом снова дергаем все три струны, три нижние, то есть и басовую. Потом три бас. Дергаем третью и басовую струну. Вниз, вниз, вверх. Но можно упростить, просто сделать так. То есть я дергаю опять-таки 4 струны, удар вверх, хлопок, снова все, 3 вниз. Вот так будет проще, играйте так. Вниз, еще раз. Третья струна на втором ладу. Четвертая на четвертом ладу.
Везде как не дома, везде как не свой. Тревожные чувства играют со мной. Сегодня в порядке, завтра снова на дно. В качелях скрипучих взлететь не дано. Сорваться с цепи, улететь за мечтой и вернуть беззаботные дни, где кружит луна, парк далеко над землей. Счастлив я и таким сохрани. Дальше бридж. So I see happy too, on a plane of blue. Oh, I wanna fly with you, I wanna fly with you. И припев пошел. Где моя любовь? За облаками, где за горизонтом малый закат. Скроется солнце, вспомнятся ночи, томные очи, твой аромат. Продолжаем. Твой аромат, твой аромат, мат, мат. Посмотрим, как играется припев на гитаре, то есть вокал рассмотрели, теперь бой. Он, кстати, интересный, стоит разучить его. Поехали, аккорд F, диез, минор, играем. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Аккорд E. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Аккорд ДМ. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Аккорд А. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Здесь делим пополам данный бой. Но смотрите, как я играю легко данный бой. Я его полностью не проигрываю. У меня вообще получается где-то 7 ударов только. Вот и все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть движение рук продолжается из того боя, но не все удары играем, чтобы это звучало легче. Когда мы все будем проигрывать, здесь тяжеловато будет звучать. Мы сейчас рассмотрели бридж, то есть so I see happy. Где моя любовь за облаками, где за горизонтом малый закат. Скроется солнце, вспомнится ночь, лунные ночи, твой. Дальше начинается припев, где моя любовь, фраза, да? И тут играем уже клубный бой. Я его рассматривал. Кстати, если хотите играть вот эти все бои офигенно, круто, более подробно я их разобрал в своем видеокурсе «Король аккомпанемента», который находится в описании под видео. Проходите, изучайте 20 видов боев, и уже у вас не будет вообще проблем в подборе боя и в игре любых песен. Клубный бой можете посмотреть по ссылочке в подсказках. Играется так. Вниз. Вверх хлопок, вниз, вверх, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. Что за бред, скажете? Просто проходите по видео и изучайте данный бой. Вниз, вверх хлопок, вниз, вверх, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. Это более сложный бой, который стоит разучить. Вниз, вверх хлопок, вниз, вверх, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. Аккорд Е. Кстати, вам для примера песни «Качели» здесь она играется медленно, и данный бой можно спокойно применить. Просто некоторые не успевают играть в некоторых песнях данный бой быстро. А здесь играть надо медленно. И все. Где моя любовь за облаками, где за горизонтом малый закат. Скроется солнце, вспомнится ночь, темные ночи, твой аромат, твой аромат, твой аромат, мат.
Окей, двигаемся дальше. Начинается второй куплет, играя такой же перебор, как во вступлении. То есть в бесконечность, всю беспечность наши встречи так далеки. Кануть в вечность мы не вечны, наши чувства так глубоки. Во втором четверостише к данному перебору еще добавляем четвертую струну, то есть где это? То есть первую струну дергаем вместе с четвертой. Басовая, третья, вторая, третья, первая с четвертым. Третья, вторая, третья. Можете и здесь, по сути, играть, и такой же перебор будет звучать. Все. Дальше пауза здесь. На блокированных струнах делаем вниз-вверх, вверх, вниз-вверх, вверх, вниз. И слайд по шестой струне. Слайд более подробно я разобрал в своем видеокурсе «Король аккомпанемента», как одна из моих любимых фишек на гитаре. В описании ссылочка. То есть восьмерку использовать. Не парьтесь, главное разучить текст и играть. О, Боб. Боб радуется, когда все хорошо получается. И у вас все получится, ребята. В комментариях напишите, как вам песня. Нравится, не нравится. Тяжело играть, не тяжело. Ну, сразу скажу, она непростая. Для меня тоже. Ну и напоследок покажу простые аккорды данной песни. То есть спускаемся вот сюда. На седьмой лад, аккорд ЕМ. На барре, аккорд ЕМ без барре. Аккорд Д, аккорд Д без барре. Аккорд АМ, аккорд АМ. Аккорд G, G и BM. То есть я сейчас вам показал, если вы будете играть на барре, то барешные аккорды. Также по шаблону, как здесь, просто сдвинул на два лада влево. И показал простые аккорды, если не умеете играть на барре. Аккорд это БМ. Надеюсь, сможете зажать как-нибудь. Ну вот и все. Если разбор был полезным, обязательно ставь лайк, потому что очень сильно приходится напрягаться, чтобы сделать один разбор. Вот эти картиночки, которые вы видите по углам. Вот здесь два софтбокса. Саму песню готовить, потом монтажи 4 часа за ноутбуком, который находится за мной. Но даже простой, теплый комментарий от вас уже согревает душу и хочется снова и снова делать ролики. Спасибо вам за это. А кто ничего сегодня не понял и не знает, что за аккорды я сегодня показывал, не знает, как играть на гитаре и тем более, как петь, то спускайся в описание под видео, проходи мои самоучители по гитаре, а также по вокалу и уже начнешь разбираться во всем, что я здесь показываю. Подписывайтесь на хижину, обязательно нажимайте на колокольчик, потому что видосы не доходят до вас, хотя я очень-очень сильно стараюсь. Всем до скорых встреч, пока!